Вчера, 22 марта, в местах силы рядом со знаменитыми колымскими мегалитами, расположенными в Магаданской области, пятеро местных шаманов провели обряд очищения России от коронавируса и прочей нечисти, запущенной на земле слугами тьмы. Один из активных участников этого ритуала, известный российский путешественник и писатель, исследователь этнографии и мифологии народов Северо-Востока Сибири Георгий Тыкнатагин, прокомментировал в своем блоге это событие следующим образом. «Сегодня был чудесный день, который мы провели в горах на месте силы. В одно место съехались пять шаманов трех традиций, поблагодарили духов, помянули предков и запустили очистительный ветер, который сдует все отвратительное из вашей жизни. Белые дороги, други, отныне у вас открыты все пути. Не бойтесь, дерзайте». Конец цитаты. Судя по сильному ветру, который откликнулся на призыв шаманов трех традиций вместе силы, это обращение к духам стихий было услышано. И теперь сила этих стихий направлена на уничтожение на территории России вирусов и прочей подобной дряни, созданной нашими врагами в военных спецлабораториях. Думаю также, что по закону кармического возмездия эти мутирующие вирусы сами же и уничтожат всех своих создателей, а также заказчиков и спонсоров этих античеловеческих инструментов сокращения численности населения Земли, о которых предупреждал еще в прошлом веке бывший сотрудник британских спецслужб Джон Коллиман в своей книге «Комитет 300». Помните о том, что распространению любых вирусов способствует страх и паника, который подавляет волю к сопротивлению организма. При этом трусы и паникеры могут умереть даже от одного только самовнушения. Потому соблюдайте меры гигиены и ограничения нахождения в местах массового скопления людей. Но при этом не забывайте о позитивном настрое сознания, юморе и смехе, которые способны победить любые болезни. Визуализируйте позитивные картинки будущего, ведь наше сознание способно влиять на реальность. Силы света помогут вам в этом деле, как уже помогают шаманы Колымы и привлеченные ими духи стихии. Благодарите их мысленно за это. Призывайте добро, свет, любовь в свои души. Именно этого боятся слуги тьмы и различная вредоносная нечисть и нелюдь, которая хочет вернуть человечество в управляемый хаос. Помните главную суть предсказания Ванги о новых вирусах и болезнях. Добрые выживут, а злые, считающие себя умными, погибнут. Конец цитаты. Потому желайте добра, света и любви себе и окружающим, всему человечеству и нашей планете. Ведь все, что мы посылаем миру, возвращается к нам назад, многократно усиленным. Помогая другим, мы помогаем и себе. Возвращаем себе свою светоносную суть, справиться с которой тьма и ее слуги уже не способны. Ну а те, кто продолжит распространять зло и тьму, как раз и попадут в разряд тех самых злых, которые погибнут, о которых и говорила Ванга в своих предсказаниях. Помните, выбор вашего будущего остается за вами самими, и потому не позволяйте делать его за вас силам тьмы и слугам мировой паразитической сатанинской системы. Подумайте обо всем этом как-нибудь на досуге.